друзья, в Лоу Сити нынче я. Вот пришло письмо с Москвы. Приезжайте в Сочи вы. Чемоданы собрала, флеш, платьишки взяла. Девочек с собой позвала для раздачи материала. И хочу сегодня я познакомить вас, друзья, с детищем моим любимым. Светлым, радужным, красивым, с блогом крымского учителя, инновационного представителя. Ехали мы к вам из Крыма с целью непоколебимой познакомиться тут с вами, показать себя с делами. К сожалению, все непросто. Нам препоны ставят звезды, и Валерия Ивна Наталья служит нам напоминание, что тернист и сложен путь, чтоб дойти куда-нибудь. Ну вот слезы веселее, веру в нас селит скорее, и все будет хорошо, подражайте еще. Итак, прежде чем сюда ехать, вообще на этот конкурс заявляться, я подумала, зачем я здесь? Ну, конечно же, экскурсия по Сочи, поддержать престиж крымского учительства, демонстрация своего опыта ведения сайта, набраться опыта у других педагогов, представляющих сайт, научиться, может быть, продвигая свой сайт. Но главное, я здесь за победой. Необходимость создания сайта настала тогда, когда я поняла, ну, фигурально, что штаны мне уже малы, как в этом клипе. В один прекрасный момент материала накопилось очень много. Возникла необходимость делиться материалом с коллегами. Уроки перешли в достаточно другой уровень. Домашние задания стали тоже занимать достаточно другой уровень, чтобы детям было легче, нужно было пользоваться какими-то интернет-ресурсами. Личные публикации от статей, которые я писала о судах, от юмористических статей, от гражданской позиции, которую я выкладывала на различных сетях, тоже стала необходимость где-то это все формировать в одном месте. Чтобы создать что-нибудь, нужно видеть свою цель. И цель моего сайта – формирование информационно-коммуникационного пространства для всех участников учебно-педагогического процесса с целью саморазвития и самосовершенствования. Ну, задачи тут, вот вы видите, тоже к этой цели прилагаются. Аудитория, на которую рассчитан сайт, это, конечно же, дети, родители и учителя. Если уж браться за создание сайта, то каким он должен быть? Сайт должен быть идеальным. И как же сделать идеальный сайт? Я обращалась в сети, я обращалась к знакомым. Вот муж мне посоветовал вот один из лучших вариантов сайта. Но перебрав все, я подумала, может быть, мой сайт должен быть таким. Следующий кадр вот таким. Путем проб и ошибок сайт приобрел такую форму, которую я вам сегодня и представляю. Удобная навигация – одно из достоинств моего ресурса. Всплывающие окна помогут выбрать нужную тему. Кроме того, есть рубрики, архивы, метки, поиск, календарь. Все это в общей доступности. Если вы долго на моем сайте не забрели достаточно далеко, то по вкладкам, которые не уводят вас никуда, вы можете вернуться либо на те страницы, где уже были, либо найти что-либо новое. Удобство в просмотре материалов. Вот здесь я выложила урок. И в отдельном окне можно посмотреть урок, нужен он вам или не нужен, прочитать. И только потом скачать красным цветом в овале выделены ссылки. Ссылки даны на разные ресурсы, на разные носители. То есть вы можете скачать как на телефон, как на планшет, так и на компьютер. Это очень удобно. Удобство в просмотре презентации и видео. Презентации тоже идут в отдельном окне, где можно полистать. А также видео я располагаю с Ютуба, оно не выкидывает вас на другой сайт или даже на Ютуб, а все просматриваете на моем ресурсе. Для всего прогрессивного учительства предлагаю множество методического материала, педагогические статьи, план-конспект уроков, мастер-классы и так далее. Возник ряд сложностей у учителей Крыма, и уже 3 года мы в российском образовании, скажем так, в поисках. И я, так как езжу, участвую на конференции крымские, вижу необходимость помочь крымскому учителю. Вот у меня очень много для крымского учителя и по ВОЗам, по ПК, и урок.
блогах, и наши встречи там же тоже публикую. А пример одной из тем. Ну вот следующую тему, которую я вам показываю. Эта тема за год набрала более всего посетителей. А нарисовать русского богатыря? Да легко. Потому что здесь собрана большая методическая копилка. История описания картины Васнецова «Богатыри». Кроме того, как рисовать богатыря, видеоуроки несколько. Кроме того, шаржи по клеточкам нарисовать, в цвете и не в цвете нарисовать. И также представлены на этой страничке мультфильмы о богатырях, которые вот выпустили недавно в России. Динамика сайта представлена двумя скриншотами, на которых виден рост посещаемости. И что характерно, если в начале прошлого, вот в июне прошлого года у нас посещаемость была в основном из соцсетей, потому что я ссылочки везде раскидывала, из соцсетей на мой сайт заходили, то теперь в этом отпала необходимость, потому что динамика посещения сайта более 80%, вот зеленым цветом, это посещение из поисковых систем. Был проект придуман мной. Дети дружной гурьбой в коллективе или лично должны выполнить прилично рекламу сайту моему kaskarsudak.ru. Вот что вышло. Посмотрите и достойно оцените. Лучший видеодневник вам покажет ученик. А работы, которые дети нарисовали, у вас написали. Если вы интересуетесь ИЗО, то вам надо на блог крымского учителя с вот такой вот заставкой. Костроевич Анжелика Ивановна. Тут можно найти много чего, новости посмотреть. Ну, допустим, мы зайдем в помощь ученику. Можно посмотреть голову. Пластилиновая. Это глиновая, походу, как ее лепить. Вы можете найти на этом сайте. Идем на вторую страничку. Тут поделки детей. Ну, где я вам покажу. Вот. Поделки всякие. И вот, вообще вы все это можете также найти на этом сайте. И тут еще есть третья страничка. Также с поделками детей. Что будет, если я зайду здесь на пятый класс? Система поиска работает по вашим запросам. У меня почему-то большие буквы. Ну ладно. Допустим, жестовский поднос. Такие красивые подносы. Тут вы можете распечатать какую-нибудь картинку, если вы не умеете рисовать, и разукрасить. Ну, давайте работу учеников зайдем. Я точно знаю, что здесь должен быть я. Вы, наверное, просите, что я здесь делаю. А потому что Анжелика Каспирович Ивановна – это моя мама. Мой город должен быть чистым. Это мой проект. Я в третьем классе его делал. Тут есть картинки, как мы собирали вот этот вот весь мусор. Дальше вы все можете посмотреть на этом блоге крымского учителя. Заходите, не пожалеете. Мой сайт, друзья, для тех коллег, кто педагогом есть навек, кто вечно в творческом пути. В российском образовании идти пытается изо всех сил. И свою жизнь он положил на поприще учить детей.
Я множество своих идей пишу, строчу напропалую, ищу в сетях и публикую, а также встречи, и МО, и семинары, и письмо для вас, коллеги. Мегафон! Ведь наш учительский помонт разборчив, даже прихотлив и прозорлив, и кропотлив. Поэтому статьи, уроки министра нашего здоровья, метод копилка, план-конспект, чтобы развивался интеллект. Я это все для вас храню. В страницах блога есть меню, куда вы можете нажать и все увидеть, и скачать. А на прощание вам скажу: sudak-caster.ru. Заходите, я вас жду.